Ciao, ciao. Thank you. Хочешь Монако? Монако? Далеко? Да. До Анапы. Часа полтора, наверное. У нас не хватит времени. Нет, в следующий раз можно попробовать, посмотреть. Оно рискованно. Тут... Вот она, женщина. Привет, а я вперед. Да. Оператор. Да, оператор, привет. Лена. Игорь. Аншанте. Как дела? Французы, хорошо. Русские французы. Да. Пристегнемся. Да, товарищи, здесь все строго, да. Всем привет. Сегодня мы припарковались во Франции, да, город Каны, правильно? Да, конечно. Я первый раз здесь выхожу. И это Джани, как всегда, пианист Оксана. Я не знаю, я могу быть кем угодно. Певица Лена. Певица, только она работает в Канах. Ну не только в Каннах, тут и Монако, Сан-Тропе, и вся да. Французская Ривьера. Вот так вот. И Куршевель зимой, поэтому вся Франция. Да, и куда мы направляемся? Это старинная средневековая деревня Эз. Эз-Вилаж, которая находится на 400 метров над уровнем моря, на горе. И там еще есть экзотические сады. В общем, это одно из самых знаменательных мест на Французской Ривьере. Вау. Средневековую деревню Эз-Вилаж на уровне 400 метров над водой. Шато де ла Шевр д'Ор. Золотая, типа, овца. О. Билет стоил 6 евро на самый верх деревни. Это экзотический сад, Жардан Экзотик. Красивые виды
мы спускаемся уже вниз. Шикарно прогулялись в деревне Эз на берегу Франции. Сейчас мы возвращаемся уже в порт, но сначала перекусим. Итак, мы заказали с Джани два пирога омлетных. Два заварных пирожина. Эклер. А, эклер это, да? Ну, шоколад. Похоже, для нас это заварное пирожное, да? И американо. И два американо. Девчонки, что вы кушаете? Мы вкусняшку. Я понял. И недорого. Встречи. Мы возвращаемся на борт. Я не возвращаюсь. Немного опаздываем, но должны успеть. Да ладно, что только полчетвертого? Да, ну еще полчаса у нас. Все хорошо должно быть. Да. В общем, пока. До встречи.